Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Spider-Man Shattered Dimensions, новая глава за Человека-паука 2099 года, на заднем плане Алкемакс. Ну что, давайте посмотрим, что у нас будет в этой главе, и что-то я вот эту вот, скажем, тенистую фигуру немного даже побаиваюсь, выглядит все довольно ужасающе. Но вообще это будущее довольно-таки интересно сделано. Первая глава очень эффектная была, полет это ДТП. Глянем, что будет здесь. Когда противник готовится вас атаковать, попробуйте увернуться, а потом воспользоваться комбо-приемом. Спасибо за подсказку. Что у нас тут еще есть? Так, воспользуйтесь защитной стойкой. Ага. Всем патрулям в этом районе явиться на перекресток 121 Лекс. Осколок, который нужен Алкемакс, найден. Опа-на, патрули 94-98 уже в пути. Внимание всем подразделениям, Алкемакс предупреждает вас. Осколок притягивает к себе психов. Что за нахер? Скорпион. Не двигайся, лапы держи на виду. Ого. Плохо дело. Кронстоун. Он мне не нравится, когда еще был человеком. Мое. Но нет, а волшебное слово. Повторяй за мной, пожалуйста, можно? На. Да выпендривался. Не тряси на меня хвостом, когда я с тобой говорю. Так, Скорпион, значит. Вот какая его вариация из будущего. Всех поперебил. Мощно так. Ну, это какой-то, знаете ли... Какой-то прямо монстр. Она понеслась. А, так вот. Есть. Так тебе. Ну, ладно. Есть. Есть. Ты что ж ты... Так, давай еще раз. Ну, держись. Опа-на, есть. Слушайте, резкая атака у него, мне тут вообще нравится. Он быстрый, очень быстрый. Этот паук очень быстрый. Так, тебе. На, все, готов. Она обещала. Она обещала. Кто она? Так, собираем все, что есть. Я что-то слышал. Прикрывайте. Что это за уроды? Назад! Вы не знаете, что... Противник сектора 84. Всем подразделениям сектора 84. Уже с щитами. Как отобрать у вас эти щиты? Где навык убрать оружие? Ну ладно. Так. Хорошо. Так, что ж с тобой делать-то? Так. Нажмите 2 во время удара паутиной. А, вот как. Хорошо. И вот так вот. Есть. Тук-тук, пройдено. О. На тебе. Есть. И еще раз. Так, а что будет, если я... На тебе. Тихо, 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 тихо. Так. Готов. И вот так вот. И еще раз. Опа-на. Ого. Нифига себе. Слушайте, крутая атака. Опа-на, растворите дверь кислотой. Так. Не понял. Взял и еще растворил. Ух ты! А тут у нас есть что-то интересное. Так, ну-ка давайте глянем. О, паучок! Как хорошо, что я тебя нашел. Так, это у нас там яйца так показываются. Так, и что-то еще здесь есть, да? Давайте глянем. Все, да? Больше здесь ничего нет. Хорошо. Так, сначала надо глянуть, что у нас появилось нового в плане боевых навыков. Глянем. 43 тысячи. Есть, куда потратить. По крайней мере, должно быть. Опа-на. Вертушка.
15. Взять или не взять? Так, ну давайте возьмем. Хотя, по сути, может, что-нибудь мы пропустили. Великолепный ЧП. Циклон. Так, ну, в принципе, атаковать лентами. А что у нас развитие героя? Призовые костюмы? Да нет, спасибо. Так, к восстановлению здоровья, к ускоренному восприятию. Не, знаете ли, что-то тут ничего такого особо нет. Давайте лучше накопим ресурсы денежные. Отпусти его, быстро! Не ходите за мной, будет хуже. Так. Какой-то реально токсический монстр. Как же мне открыть эти двери? И найти скорпиона. Наверное, ученые мне помогут. Так, это уже ненормально. Так, ну что будем делать? О, ребят, сколько у вас тут, а? По порядку действовать будем. Так. Я так понял, они тут друг против друга, да? Опа-на. Ага. Ну ладно. Давайте посмотрим, кого мы тут можем спасти. Так. Ладно. Проверим-ка атаки, какие нам известны уже на новом Человеке-пауке. Да чтоб тебя. Яйца выросли. На тебе. Опа-на. Так, ну ладно. И еще раз. Зараза. Так, где ученые? Где они? Где-то тут, да? Так, ага, они между собой пока дерутся. Мне на раку. Так. Так. Опа-на! Вот так вот. Ой, хорошо. Есть! Неплохо. Самое что интересное, этот навык применил в первый раз. Просто память сработала из старых игр. Он же мог атаковать как-то. Так, что, расплавляем? Отлично. Где ученый? Так, двигаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Схватили его. Есть что-нибудь интересное? Так. Отлично. Собрали. Уходим. Куда? Куда уходить-то? Так, оба-на. Давайте-ка так вот. Так. Вот сюда поднимаемся. Есть. Так, спасли одного. Ну, слава богу. Парочка ученых доставлена. Теперь надо с тобой разобраться. Есть! Нифига себе я его приложил как. Есть. Так, уходим. Собираем. Так, стойте, 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 стойте. Так, вот так вот. Все. Ладно, ломаем дверь. Есть. Давай, 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 заходи. Что у нас тут? Есть что-нибудь? Есть. Превосходно. Тихо, тихо, тихо. Есть. Так. Схватили. Уходим. Уходим. Пока совсем худо не стало. Что-то здесь врагов столько много. Хаотично как-то все. Толком не определишься. Чё ж решить первым, чё вторым? Ага, теперь вас еще и защищать надо. Так. Опа-на. Вот так вот. Вот так вот. И еще раз. Так. Давай, хватай его. Да чтоб тебя.
Есть. И вот так вот, ништяк. Эта вот атака вообще просто убойная. Есть. Так. Есть. Давай, бьем их, бьем. Так вот. Еще раз. Вот так вот. Так. И вот так вот. Есть, есть. Есть. Так. Стой. Есть. Я хочу, это больно много вас. Вот так вот. О, ребят, что-то у вас дохренище. Так. Давай. Бьем их. Так. Вот так вот. Бьем их. Походу, я продул. Все, замочили их. Что-то врагов слишком много. Я даже не знаю. Яйца надо ломать. Они из яиц вылезают, твари. На тебе. Так. Есть. Готово. И вот так вот. Ты чтоб тебя. Так, ну ладно. Допустим. Допустим, что так. Будем активно использовать замедление. Так. Нет, так дело не пойдет. Нужен навык какой-нибудь очень хороший. Площадный какой-нибудь, чтобы прям по площади бахнуть. Ну, наверное, вертушку будем использовать. Да. Давайте ее возьмем. Так, взяли мы эту. Так, 4.3. Отлично. Отлично. Опа-на. Так, есть. Другое дело. Так, есть. Да чтоб тебя. Есть. Так, тихо, уходи, уходи, уходи. Да чтоб тебя. Так, что-то вас больно много. Да бляха ты муха. Так, есть. Давай, атакуй. Есть. Еще раз. Зараза. Да чтоб тебя. Я сейчас опять, походу, солью так. Атас. Ломать их надо. Почему они не ломаются? А, взял в ученого, залепил. Так, ну ладно. Будем действовать тогда так. Так. Да чтоб тебя. Ну вот куда ты бьешь, а? Так. По одному, что ли, вас убирать всех? Так. Есть. Вот так вот. Бьем. Теперь тебя. Так. Ой, сколько вас. Да чтоб тебя. Так. Есть. Есть. Убиваем их. Оба-на. Так. Хватаем.
Ну давай, ты делай эту штуку свою, вертуху. Черт бы тебя побрал. Давай, бей их. Так. Так. Ну делай ты свою атаку какую-нибудь там тяжелую. Так. Убираем их. И тебя. Есть. Давай, сдохни ты. Ой, сколько вас. Так. Так. И вот так вот. Теперь тебя. Есть, открылось. Слава богу. Неужели? Так, ученые. Без меня дальше. Надеюсь, вы там не сдохнете. Кстати. Где эти навыки раньше были? Есть. Вот так вот. Так. Есть. Есть. И вот так вот. Нормально, давайте глянем, что у нас там открылось-то хоть. Ого. Быстрый рывок. Так, вот это вот очень круто. Так, а ну-ка современный, что у нас может делать? Ну, то же самое. Давайте-ка быстрый рывок для этого тогда прокачаем. Чё уж там. Так, вот мы и внутри. Кругом яйца. Так. Внимание, внимание. Так, стойте, стойте, стойте. Так, там кто-то у нас что-то разговаривает. А, с вами разобраться. Сейчас, заодно сейчас и проверим навык. Так. Так. Есть. Давай. Нифига себе. Где ж он раньше-то был? Есть. Так. Замедление. Бьем. Вот так вот. Че, больше никого нет, что ли? Видимо, да. Так, есть яйца. Значит, расплавим дверь. Так. Ой-ой-ой, куда это я попал? В какую-то жижу. Скорпион, мне нужен этот осколок. Нет, он мой. Ты не понимаешь, его сила опасна. Видел? Видел? Я опасен. Я монстр. Не буду больше таким. Она обещала. А, он насильно стал монстром. Кто она? Кто обещал? Ой-ой-ой. Крон, послушай меня. Нет, ты послушай. Умная женщина сказала принести камень. Принести ей камень. Превратит меня обратно в человека. Человек, кстати, у него то же самое, скажем так, желание, как и у классического скорпиона. Ой-ой-ой, что это он сделал? Ой, уже битва? Нифига себе. Так, ну. Черт. Бьем его. Так. Засранец, а. Ты чё? Паук? С тобой все в порядке? Не время мечтать. Так. На тебе. Есть. Так, ну. Что мы с тобой будем делать-то? Ована. Куда ж я? Зашибись. Так. Есть, бьем тебя. Черт, он меня сейчас так убьет. Так. Ну ладно. Опа-на. Застрял. Вот твоя слабость. Есть. Ну чё? Красавчик. Так. Чёрт. Короче, три атаки и уворачиваемся. У него хвост застревает. Айда сюда.
так. Давай! Вот так вот. Есть. Ты куда это намылился? Сделай так, чтобы он передвинулся в другое место. Так. Ты что делаешь? А, понятно все с тобой. Будем тебя бить. Так, захват. Ух ты, я ему клешню, а нафиг отломал, походу, нет, или раздвинул. Так, ну и куда ты? Так. Ух ты какой, а. Понеслась. Ну чё? Еще раз? Давай, открывай рот свой, на тебе. Есть. Чем-то он напоминает мне жука из людей в черном. В плане морды. Опа-на! Так. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Мне срочно нужно как-нибудь вылечиться. О, нормально. Отрегенили. Да чтоб тебя! Не-н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 е. Так. Черт. Понеслась. Опа-на. Понравилось? Так. Бьем. Есть. Так. Ну чё? Уходим, уходим, уходим. Понравилось? На тебе. Так тебе, еще раз. Боже мой, на капелюсеньке я прям буквально вылез. На! Ух ты, меня хвостом схватили. За ноги. Похоже, ты расстроен. Не надо орать. Есть. Так, он за это поплатится. Вот только освобожусь. Смотрите, кто это тут? О, черт. Вы, ребят. Так. Так. Давай, ускорение. Так. Вот так вот. Есть, есть. Неплохо. Опаньки. Так. Ух ты, засранец, а. Вот так вот. Есть. Давай, полетели. Блин, прям в двери его. Так, стойте, что у нас тут? Есть что-нибудь интересное? Ух ты. Ну ладно. Понеслась. Есть. Круто. Очень круто. Ого, кажется, у нас гости. А вы кто? На тебе, на. С ноги. Сделай что-нибудь, ты должен это прекратить. Смотрите, за персоналом охотится. Так, мирные жители. Спасите их. Хорошо. Куда вас спасать-то? Так. Ладно. Так. Бьют их. Бьют их, ребята. Так. Надо на ускорение все делать. А то их сейчас всех тут порешают. Ой, сука, у вас их тут много, а? Как мне вас успеть-то все спасти? Так. Так. Уходим. Так, еще один. Вот тут вот. Да давай ты прыгай, ядрить твою налево, а! Мне это управление иногда вообще просто вообще поражает. Так. Есть. Отлично. Тут еще у нас один несчастный.
Так, пару пауков соберем. Так. Так, стойте. Тихо. Не трогайте ее. Слушайте, они, по-моему, по выносливости гораздо сильнее, чем Человек-паук. Что-то их столько бьют, а им пофиг. Ничего себе, работники. Так, есть. Отлично, уходим. Так, не кричи. Все, вроде должно быть хорошо. Так. Есть. Ты мой герой, Спайди. Превосходно. Опа-на, а вот и батя явился. Наорал на всех. Большой, зеленый и яйца кладущий. Мы еще не закончили. Слушай, ты думаешь, что ты фрик? Ну да я тоже. Посмотри на меня. Человек-паук пытается его убить, что он не один такой скорпион несчастный. Что, мол, сам такой же. Но по сути так-то и есть. Человек-паук ведь тоже стал благодаря несчастному эксперименту. Вот именно в этой реальности. Так. Стреляет, походу надо сваливать отсюда. Вау. Так, уходим. Опаньки. Сваливаем. Так. Туда. Там что-то вообще какая-то мочилова просто идет. Вот посмотрите. Ужас. Тут реально бойня, надо присоединиться. Круто. Давайте разрулим всю эту ситуацию. Давай, вот так вот. Так. Черт. Так. Ой. В этого попало скорпионы маленького ракета. Неплохо. Так, ну чё, вас всех валить будем? Так, что-то больно до хрена яиц, надо их... Есть. Опаньки. Так. Валим их. На. Так. И вот так вот. Давай с тобой разберусь. Ты какой, а? Так. И еще раз. Так. Вот так вот. Захват. Есть. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Увернулись. Так. Есть. Есть. Так. Берем пауков. Иначе меня сейчас так постреляют тут хорошенько. Так, лечимся, лечимся. Слушайте, ребята. Так. И запускаем атаку. Давай. Ой-ой-ой. Не, ребята. Все, ребят, я пас. Вы тут развлекаетесь. О! Батя. Бежать. Ты сказал, что женщина послала тебя за осколком. Мне нужно имя. Черт. Так. Есть. Слушайте, знаете, кого мне эти атаки напоминают? Атаки, как у этого. Вергилия из... Ну, Вирджил, Вергилий из Devil May Cry. Точно, вот кого мне напоминает. Скорость его тут вот. Ему только не хватает меча Ямато. С помощью которого он всех пополам тут резал. Так, и куда теперь? Ага, сюда. Ну, давайте. Поехали. Мигом к ним. Они повсюду. Очистить посадочную площадку. Мы не можем их снять. Огонь, огонь. Справа берегись. Чуть мужик от нас самый верх. Что-то ситуация у них выходит из-под контроля. Сражайтесь. Стараюсь. Так. И вот так вот.
Отлично. В общем, ребята между собой выясняли тут отношения. Явился Человек-паук и решил всех усмирить. Решить этот спор по-своему. Так. Отлично. Ой, сколько вас. Так. Вот так вот. Так. Отлично. Опа-на. Понеслась. Так. Ой-ой-ой, сколько с меня сняло-то. Здоровье, а. Чёртова ракета за мной летит. Так. Отлично. Ух ты! Чёрт! Чёрт знает, что творится. Я тут вообще уже не пойму. Так. Просто скачем. Так. Ёхороны бабай. Время замедляется. Забавно так их не голоса слушать. Давай! Ускорение. Вот что-то у вас больно много. Так. Да чтоб вас. Ой-ой-ой. Так, у вас тут часом жизни нигде не завалялось. О, есть. Нормально. Опа-на! Так. Есть! Еще и в него врезалось. Так. И понеслась. Так. Ой-ой-ой. Ладно. Бьем. Пошел ты нафиг. Черт. Есть. Своего взгляда. Хватит, говорит. Да действительно. Черт знает, что творится. Нифига себе он и разбушевался. Вот черт. Атас. Падаем. Ого. Сверху все взорвалось. А, так вот как. Теперь мы летим. Но смотрим наоборот. Тихо, 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 тихо. Так. Интересно, а как он смотрит? Что сзади творится? Задницей? Или пятками? Так. Надо зацепиться за что-нибудь. Боже, здесь ты прячешься? Здесь ты хотел укрыться? Ты просто хотел попасть домой. Бедный Скорпион. Страдает. Дом, да, спрятаться. Потом отнести камень женщине. Стать человеком. Кто она, Крон? Кто это с тобой сделал? У нее красивый, красивый костюм. Зеленый и желтый. И руки блестящие. Так много. Кошмар. Из металла? Хватит болтать. Ты мне мешаешь. Умри. Ой, Скорпион, зря так. Можно было все по-хорошему решить, но, блин, не ищет легких путей, чувак. Ой. Бьем. На тебе. Опаньки. Так. Ой, он яйца наплодил. Так. Еще раз. Есть. Что за нахрен? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Так. Что происходит? Кто-нибудь скажет? Черт знает, что творится. Так. Ой-ой-ой. Стойте. Бьем. Так. Давай ты. Ну что ж ты к нему-то прилип? Этих-то убрать надо же. Так. И еще раз. Есть. Давай с этими разберемся.
Так. Слушайте, похоже, он сейчас сиганет, да? Так. Понеслась. Опа-на. Мелкие эти... Да пошел ты нахер! Задолбал! Есть! Отлично! Пульнул. Чё такое? Чё-то там кто-то висит кверх ногами. Неплохо. Так. Не успел, что ли? Охренеть. Так. Ну ладно. Да стой ты, куда ты, ё-моё? Так, отлично. Ух ты! Ни хрена себе! Клешнёй ты как меня цепанул. Так. Мелкие полезли. Да чтоб тебя! Короче, надо выбираться из этой арены. И искать жизнь. Пока не поздно. Пока меня не замочили тут. Так, где он? Ну, вот и мелкий, собственно. Так. Ага, промахнулся. Вот так вот бывает. Есть. Есть. Отлично. Ой. Ой. Так. Бьем. Да чтоб тебя. Что-то по нему уже дамаг не проходил. Ага. Навонял там. Ну, молодец. Так, с тобой надо разобраться. Вы, ребята, всю картину испортите. Опаньки. Тихо. Бьем его. Бьем. На тебе. Есть. Так, с этим. Так. Ага. Так. Полетела. Да чтоб тебя. Да пошел ты нахер. И раз. Есть. Нормально. Что у нас там? Так. Есть. Бьем его. На. Вот так вот. И еще раз. Отлично. Бьем его. Бьем. Вот так вот. Так. Еще раз. Тихо. Ой. Тихо. Господи, нифига себе, это я хорошо, что вернулся. Так. Забьем тебя. До посинения. Ну, сейчас опять будет яйца метать, да? Или нет? Ага, аккуратно. Бьет. Так. Есть. Зараза, попал. На тебе, скотина. Вот черт. Так. Так. Да чтоб тебя, а? Почему я не могу от последней атаки увернуться его? Чёрт! Охереть не встать! Просто здорово! Еще и с нуля. Ёлки-моталки, ну это вообще не есть будет. На тебя! Сейчас хотя бы мы знаем, как действовать.
Так. Вот так вот я. Так. Уходим отсюда. Тут место вообще гиблое. А этих надо убрать всех, чтобы они не мешали. Так. Тихо. Так. Ага. Бьем. Так. И еще раз. Вот так вот. Бьем. Убрали. Так, и понеслась. Есть. Отлично. Что-то какой-то довольно-таки-то, знаете ли, босс по сравнению с остальными потруднее он, скажем так. Так, уходим отсюда. Надо отсюда выбраться. Где он? Так, ну с вами-то, ребят, надо однозначно разобраться. Так, тихо. Есть. Давай, бьем его. Есть. Так. Да чтоб тебя. Есть. И еще раз. Так. Что он хочет? Ой, ой. Ага. Бьем его. Вот так вот. Есть. Неплохой тут удар в стиле смерча. Почему постоянно на него наводится? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Неплохо. Ух. Так, ну лови. Ломай ему нафиг челюсть. Так. Уходим. Ну-с, что будешь делать? Несчастный. Так. Увернулись. Так. Есть. Отлично. Бьем его. Неплохо. Так, боже мой. О, опять этих наплодил. Так. Бьем. Так. Есть. Прыгает. Так. Ага. Бьем тебя. Есть. Бей его. Так. Ну, по всей видимости, финально, что осталось, так это в него яйцом пульнуть. Так. Хватай яйца эти. Че яйца не хватаешь? Охереть, что это сейчас было? Так. Почему? Есть. А таз вообще. Еще и яйца не хватает толком. Все. Сбили. О-о-о. Че, мы его убили? Прости, Крон. Если бы я знал, как тебе помочь, я бы это сделал. Но это не в моих силах. Поздравляю, паук, ты нашел еще один осколок. Удачный день. Да? А почему мне тогда так тяжело? Действительно. О, слава богу, прошли рейтинг. У меня сейчас, наверное, будут все бронзы. Потому что я не раз сдох. Да, как я и говорил, бронза. Ну, серебро мне дали за коллекцию эмблем, хоть это радует. 15 тысяч за эссенцию, ну,
Тем не менее, уровень, кстати, был, скажем так, посложнее, чем все остальные, но это и понятно, чем дальше, тем сложнее, но и тем интереснее. Поэтому, думаю, мы здесь на этом закончим и продолжим проходить следующую главу за Человека-паука современного в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если все еще не подписаны. Ставьте лайки, разумеется, обязательно комментируйте, а также не стесняйтесь заходить в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.